Друзья, всех приветствую! С вами Екатерина Юрочкина. Сегодня мы будем укреплять нашу спину. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк и давайте начинать. Для этих упражнений вам понадобится коврик. Все упражнения мы будем делать из позиции стоя. Итак, давайте начинать. Первое упражнение. Мы встаем. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. И мы будем наклоняться. И когда поднимаемся, сжимаем ягодицы. Так будем делать одну минуту. Поехали. Потянули спину, взялись за голени и вытягиваем спину, стоим, расслабляемся. И теперь мы будем подниматься наверх и опускаться вниз. Одну минуту. Поехали. Следующее упражнение. Ноги пошире, руки на пол, и мы будем поднимать правую руку вниз. Вдох, выдох. Поехали, одна минута.
голень и стараемся голову поставить на пол. Стоим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медленно поднимаемся, делаем стрелку и будем стоять 1 минуту. Ноги ставим на ширине плеч, мы будем делать стрелку и касаемся до коленки, прогибаемся назад. Опять стрелка, прогибаемся назад. Делаем 1 минуту. Поехали. Закончили. И теперь спускаемся до колена, прокидываем голову, стоим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пошли вниз. Руки в замок. Держим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поднимаемся. Стряхиваем руки, ноги. И теперь ставим ноги на ширине плеч, либо чуть шире. Руки в стороны, и мы будем опускаться и подниматься минуту. Поехали. Продолжаем укреплять поясницу.
Тянемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.